Это был ключевой договор, из-за которого, скажем, и ключевой момент, из-за которого начались события трехлетней давности. И в данной ситуации правительство Нидерландов после референдума в своей стране четко заявило о том, что и украинское правительство, украинское государство действительно сделало достаточно много для того, чтобы этот договор в целом не был аннулирован из-за позиции Нидерландов, но мы пошли на колоссальные уступки. И когда здесь говорится о том, что у нас остается перспектива членства в Европейском Союзе, это абсолютная неправда, потому что мы четко зафиксировали, что этого не может быть, и дали соответствующие гарантии правительству Нидерландов. Мы дали соответствующие гарантии правительству Нидерландов, что мы не будем претендовать ни на какую финансовую помощь, которую получали все страны Восточной Европы до нас в конце 90-х, начале нулевых годов, для того, чтобы выровнять свой уровень жизни и свой уровень экономики с другими странами.